Открытие долгожданного спортивного комплекса «Молоково» стало настоящим праздником для всех жителей поселения, которые любят спорт и активный отдых. На торжественном событии присутствовали заслуженные спортсмены. Они поздравили всех с новым этапом развития физической культуры в районе. Это все здорово. Это, честно говоря, большой, громадный пример для всей России. Любой уголок Российской Федерации, там, где живут люди, надо все-таки, чтобы украсить их жизнь. Вот такими, хотя бы небольшими, но очень достойными спортивными сооружениями. Когда родители увидят, что дети их с удовольствием занимаются спортом, по разным видам спорта, то они уже будут знать о том, что детей надо привлекать к этому делу, потому что это здоровье, это счастье, это успехи детей, которые подрастают крепкими, здоровыми людьми. Территория Центра физической культуры вместила в себя много специально оборудованных площадок для занятий разными видами спорта. Тренажерный зал, футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Комфортные условия также обеспечены. Здесь есть абсолютно все, начиная от душевых кабинок и мужских, и женских раздевалок, заканчивая медпунктом. Комната которого пока еще пуста, но в скором времени будет оснащена всеми необходимыми элементами. В первый день работы комплекса футболисты и баскетболисты, борцы и гимнасты испытали на себе спортивный зал, продемонстрировав свои способности. Теперь в поселении Молоково любителей спорта, несомненно, станет еще больше. Ведь места для занятий хватит всем, а двери Большого дома физической культуры будут открыты ежедневно. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.